Здрасте. Сегодня вот демку вот такой игры Folk Hero играть. Побалуемся. О, блядь, да не уж то. Это что это? О, нифига. Так, привет, тренер. Попробуй сначала потренироваться на манекене. Где? Вон он, вижу, да? Да. Хочешь отправиться на остров? Сначала покажи, на что ты способен. Блять. Хоба! Бля, нихера себе. Хоба! Пробел рывок. Хоба, хоба. О, нифига себе. Посмотрим, как ты владеешь луком. Да я только что настрелял. По манекену, блин, опять. Пиу! Пиу! Если захочешь повторить тренировку, подойди к манекену. Все, не хочу ничего. Так, ты что, тебе что надо, лодочник? На остров? Все, поехали на остров. Так. Пиу, 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 пиу. Найти, убить босса. А, еще и на этом, и как его? Тебя застрелить не надо. О, тихо, погоди, блядь. Хоба, хоба, хоба. Вот так вот, да, значит? О, ты смотри, выносливость есть. Денег нужно, ни хрена себе. А где у меня денег? У меня денег 50 штучек. Найти, говорит, убить босса. Так, сюда не заходит. И туда заходит. Два направления у нас есть, да? Вверх и налево. В дом не заходит. Ну, пошли наверх. О! А как этот вихрь включить? А, shift. О, капкан. А, и обратно вернулся, ты прикинь. Ты куда? Блять. Чу. Опять я приперся к этому хмырю. А что такое? Кузнец. О, 200 монет у меня. Вращение с мечом. Давай возьмем. Хоба. Бля. Заяц. Хочу хоть хорошо эти бесконечные. Стрелы, да, бесконечные ведь, ну. Вон еще заяц какой-то приперся. Пиу-пиу. О! Смотри-ка, сундук. Ты чё? Зарубил тебя. Что-то долго перезаряжается. Это что такое? Руна кровотечения. Давай в лук ставим. Ни хрена себе. А прикольно. Так-то. Ты куда там? С кровотечением это прикольно. Дохнут просто сами. Что-то так, наверх еще куда-то дорога есть. Дорога дальняя. О, хмырь какой-то стоит. Чик-чик. У меня столько... А, есть. Сдалабливает. Убийство трех врагов без урона, защитный барьер, ни хрена себе. О, давай, чуть-чуть будет. Чик. Бляво, такой. Ты ничего мне нравится. Где только этот босс, блин, шляндает? Я все вверх, вверх иду, главное. Так.
О, выносливость кончилась. Ишь ты. Фольклорный герой игра называется, да? У, тихо там, чего там, кто там? А, ты смотри, на какие-то красные штучки напирается и сам дохнет. Ишь ты, о! Пошел ты. Ой! А, я не ту клавишу жму. Ой, опять не ту нажал, блин. Так, да, по чуть-чуть лечусь. Прикольно. Так, что делают? Зели выносливости. Зели скорости атаки. Зели шанс у ворота. Скорость атаки. Ты чё, она навсегда или как? Чё, где, как это работает? А я не знаю, как это работает. В туалет. Блять. Заяц такой, блядь, на задних ногах почему-то ходит. Блядь. Ну ладно, хорошо. О, сундучок. Сундучок. Руна что делает? Руна замедления. Кровотечение плюс замедление. Смотрите. О, давай добавим, да? У меня две будет. Как посмотреть? О, да, две. Ой-ой-ой-ой-ой, прикольно. Реально прикольно. Мне понравилось. Найти и убить босса. Босс, ёпта, ты где? О, ни хрена, в тупик какой-то приперся. Может еще что-нибудь выжрать? Залив выносливости. Шанс ворота. Давай. Выносливость стала 115 просто. Да? А, это вообще тупик, понял? Ага, о, что это такое, подожди. А, вот скорость атаки, шанс у ворота 5% добавился. То есть это роглайт. Ну такая симпатичная, что тебе могу сказать. Мне нравится. Симпатичная в плане, в смысле, не графики, понятное дело, а процесса игрового. Так, карту я эту зачистил, да? Да, все, пошли туда. Налево. По лесу можешь пройти? Могу. Видал? Дал, видал, да, такой? Кто там? Чё там? Угу. Сука, кто орёт там? О, ты смотри, видали? Пошел ты. Завыл он, какашечка какая-то. Да, это пенек это, ну. Так, здесь у нас... Ага, по лесу фиг пройдет. Капканы всякие. Это что такое? Чик. О, догнал меня. Сука, начали бить меня. Пошел ты, блядь. Чудо накидали мне на... Ой, блядь, еще в кусты наступил эти сразу. Чудо я расслабился. Ты че палатку-то месишь, дебил? Все, давай умри.
Так, давай-ка, Валерьяныч, поаккуратнее будет. Чё ты расслабился, блин? Сундук. Увеличивает в зоне действия скорость атаки, урон и броню. Скорость атаки, урон и броню. Ну это против, блядь, долгих врагов каких-нибудь. Ну-ка, ай, да пофигу. Так понятно, как это работать будет. Чё ты выпендриваешься? Так, подожди, вниз можно пойти. Ну. Сейчас я обойду все эти карты по краю, и окажется, что босяра где-нибудь в середине тусит. Ну, запросто может быть такое. О! Куда ты, блядь? Пэу! Сука. Заяц, сука, опасный, блин. Бросился на меня. Пошел ты. О. Заяц, бля. Ни хрена себе. Это что такое? Ой. Колодец. И... А, жизнь, что ли, бля? Блять, сука, еще и догнал. А, у меня жизни стало 130, вот че. Ага, застрял. Пиу. Так, идите сюда, блин. О. Пошел ты. О, еще. Еще, сука. Так, надо какую-то лечилку мне. Покрупнее. Так, сундучок. Ага. Так, это что у нас? Руна кровотечения двойная, да? Угу. Давай двойную поставлю. Что-то я на... специализироваться на луке, видимо, начал. Че ты ни хрена себе, попрыгунчик. Такой. Все. Так, здесь у нас конец карты. Да-да. А мы пойдем опять еще раз налево. Так, еще и наверх можно идти, смотри-ка. Нифига. Тихо, блядь. О! Кто... А, блядь, это снег. Ай, сука, ты. Ага. Опять припустил какого-то хмырю. Пошел ты. А че ты воешь-то? Че это дает тебе? Волшебных сил, что ли, прибавляется? Так, руна кровотечения мы уже использовали. Это что такое? Руна электричества. Блять. Ага. Руна электричества что дает? Накладывает врагам по цепочкам. Давай на меч одну присобачим. Еще сюда так-то бы неплохо. Денег хватает. Или что? Может кровотечение? Об кровотечение может добивать будем. Пяти два. Хоба! Вот на это уже не хватит. Нихера себе! А, он передается. Что-то какая. Надо на лук еще купить так-то. Я думаю. О, бля. Так, давай-ка, да, две монетки. Я еще это электричество в лук воткну.
Пошел ты. Ой. Все. Во, пошли. А, подожди, еще 50 монет надо. Хоба! Ща купим в лук еще электричество. Ща будет. Рахмат, как говорится. Так. Кровотечение плюс электричество. Да? Че, серьезно? Враги кровотечат. Дольше на секунду. А, что-то вот вторую не показывается. Ладно, хорошо. Где босяра? В дом не пускают. Туру-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Медведь, сука. О, нихуя себе, блядь. А я не то нажал. Ух ты, сука. Это боссы есть, кстати. Ага. Ой, не туда. А, блядь. А, сука, нахер я сунулся? Ну, он меня какой-то штучкой заразил. Опять заразил. Какая-то штучка, блядь. Пошел ты. Пошел ты. Ой, блядь. Бля, да что ты? О, завалил. Че брать можно? Отталкивает врагов. Восстановление. Убийство трех без урона защищение. Так, это у меня есть уже. Замедленный больше урона, давай. Больше, так, дополнительный урон. Что там с кровотечением? Нет. После небольшой задержки притяг всех врагов. Не надо никакого притяг. Убийство восстанавливает чуть-чуть здоровье. А. О, вот так по кровоточащим целям. Вот. А что, все можно подобрать, что ли? Оглушенный врагам. Максимальный хп. О, скорость передвижения, да. На которых два и более эффекта. Угу. Здоровье меньше 30. Так. О! 2 прокачал. Тотем солнца. А, жижи. Тотем солнца. Выстреляет огнем врагов. Давай тотем солнца возьмем. По оглушенным врагам. Тоже берешь? Ну пипец. Блять, все наберу. А нет, тотем солнца лучше. Нет, тотем солнца, говорю. Пипец всякого понабрал. Все? И чё? А, вот сюда вот юз. Хоба! Добавить желаемое. Полная версия игры будет скоро доступна. Чё, разные бойцы еще есть, да? Кот Баюн вон какой-то, ни хрена себе. Ну, в общем, забавно мне показалось, как увлекательно. Поэтому на сегодня все. Пока-пока.